Чем опасна звездная болезнь? Кто ей подвержен и как вовремя распознать первые признаки? Каждый раз, когда мы подчеркиваем, помогаем человеку свою звездную болезнь развивать, мы в данном случае его убиваем. Почему юмор считается хорошим лекарством? Вы чувствуете, что хочется прихвастнуть? Можно там сказать, ну, ребят, ну молодежь, ну, кто красавчик? А я звезда. Да, да. Что еще может помочь при звездной болезни? Если бы, например, Бога не было, то, наверное, его следовало бы придумать именно хотя бы для вот лечения звездной болезни. Новый выпуск программы «Разговор по душам» смотрите во вторник, 26 марта в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». В студии психолог Елена Яшина.